Мы наблюдаем, что идут достаточно серьезные, кардинальные экономические, политические и социальные реформы. Если говорить как гражданин, а мы все граждане независимого Казахстана, то от нас зависит, каким будет новый Казахстан. От нашего участия. Потому что мы сейчас видим, что народ получает все больше полномочий, не только парламент, не только правительство. Да? Вот, возьмем даже, допустим, выборы районных руководителей и выборы руководителей среднего уровня. От того, кого выберет народ, будет зависеть ход, темпы, этапы этих реформ.